Все, дорогие друзья, ближется к завершению установка рулевого редуктора. Будем надеяться, что у нас все будет работать. Крестовиночка установлена. Все забито. Сошечка тоже на месте. Все, вставил, Димка? Все, я нажил уже. О, красава. А ну дай-ка папа крутанет рулем. Друзья, смотрим, как у нас руль будет. Так. Димка, я думаю, надо еще гаечку немножко будет подтянуть. Давай попробуем. Вроде как бы люфта нема, так такового. Ну, не, этот самый. Там. Давай попробуем сделать надставку. А чем мы попробуем надставочку сделать? У тебя плоская или у тебя шило? А? Каким образом ты ее так сейчас крутанешь? Мне же интересно. Да, блин, на его. Оно смотришь. Что это? Оно что в кронштейне там. Ты что его так сейчас по месту никак не сделаешь? Ты опять снимаешь. Так, ладно. Ладно, давай устанавливай палец. Ну, палец у меня уже стоит. Сейчас я его просто... Все, давай корону затягивай, да. Сейчас передок прошприцуем. Завтра я поезжу, посмотрю, как там оно люфт будет, как что. И если что, если что? На хранях тогда уже снимем. Да, пробьем. Да. Открутим. Пока оно поработает, посмотришь, да. Как оно по работе будет себя вести. Да, 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 да. Снимем с тобой ее с кронштейна. И будем уже на месте смотреть. Может, если что. Потому что у нас, смотри, она тут идет с двух сторон. Кстати, Димон, тут и пыльника нема. А ну дай-ка я гляну, а тут пыльники у нас есть. А, видишь, а здесь и есть пыльничек с одной стороны. И пыльник с другой стороны. Я такой, блин, пыльник, что есть. Та и пыльник, слышь, Дим. Глянь, тут вообще пыльник, я не знаю. Блин. Говно. Честное слово. Давай, ты мне главное короночку затяни, чтобы красивенько все было. Да, ты шо. Ребятки, будет работать моя рулевая, как часики. Подай мне лампу. Кого? Лампу подай. Я еще и лампу тебе подаю. Ну, желательно. Желательно? На ощупь. А вам слабо на ощупь затянуть? Ладно, нормально. Ну, все же оно попроще. Вот такой, друзья, 406 движок автомобиля марки «Газель». Писец. Не буду матюкаться, писец. Нет, двигатель хороший, конечно, выносливый, высокооборотистый, но рулевые тут оставляют желать лучшего. Замена, ребята, происходила по причине того, что текли сальники. Масло заливаешь, и оно все на рессоры, все на рессоры. А сейчас, слава богу, все работать начало. Или начнет. В общем, завтра посмотрим. Что, Димон, все? Да. Ребятки, Димка, блин, творит чудеса вообще, красавчик. Так, все, я затянул снизу, сверху ты затянул? Да, я сверху тут все позатягивал. Все, там... Я тут затягиваю два болта, блин. Ну, право на те головы. Не говори. Ну что, идем пробовать, что оно такое, что оно из себя представляет. Ну, ты знаешь, вот попробуй сам, Дим. Да, а у меня что, лучше, что ли? Ну, мягенько. Мягенько? Мягенько. Давай еще передочек сейчас промажем. Я думаю, хорошо. Там снизу будет туда мне промазать, Димка. Чтоб не крутить рулем туда-си, сюда-си. Так, ладно, в принципе, ничего же нет. Давай, забираем все.
Ладно, я завтра утречком тогда откручу. Да, где мой шестигранник? А, вот он, шестигранничек. Я тогда завтра утречком, наверное, откручу, добавлю маслечко. Так, да, что оно там как? Если не упал, то лишнего тоже до сирамина. Хай лучше немножко, но будет. А то сальники повыдавлю, да? Да пипец, не говори. Блин, столько нервов помотало там мне рулевое это. Наконец-таки его сделал. Ну, на этом все, ребята. Всем хорошего вечера и всего доброго.